Привет! Сейчас я расскажу о городе, где я родилась, живу и который я очень люблю. Представьте, всего 200 лет назад здесь жили только индейцы из племени Алгонкин. Они ловили рыбу, охотились и продавали меха европейцам. Кстати, на языке алгонкин слово «тава» означает «торговать». Первые переселенцы основали город недалеко отсюда, в том месте, где сливаются три реки – Лидо, Оттава и Гатино. Город находится между Монреаль и Торонто. Именно поэтому королева Виктория сделала его столицей. Здесь проходит граница между двумя провинциями – Онтарио и Квебек. Bonjour! Hello! Оттава – одна из самых холодных столиц в мире. Зима начинается в ноябре и заканчивается в апреле. И в это время у нас выпадает 2,5 метра снега. Но нам совсем не скучно. Теперь давайте спросим местных жителей, почему они думают, что это уникальный город. И начнем с нашего мэра. Why do you think Ottawa's a special city? Well, because we're the capital city of Canada, that makes us pretty special. We have the seat of government, Parliament Hill, all the embassies are here, the national media. We're both a municipality, but also a capital city, so that makes us very unique in Canada. Because it's small enough that you don't have big crowds, but it's big enough that you have everything, good museums, good events, beautiful architecture, great weather. Because it represents majority of Canada. It's cold, it's hot, it's fun, it's outdoorsy, and it just has a lot to offer. It's beautiful, lovely people. Great to be able to do something like this on a winter's day. Because we have the canal where thousands of people skate. It's like the biggest rink in the world, actually, outside rink. And also we have amazing beaver tails. Hello. Yeah. Обожаю Оттаву, потому что этот город окружен прекрасной природой. Можно на коньках доехать от работы домой. Можно взять лыжи и в течение получаса покататься на горах. Можно взять весло и лодку и поплыть на озере в течение пару минут. У нас проживает больше, чем 1 000 000 человек, из которых 10 тысяч говорят на русском языке. А почему вы думаете, Оттава уникальный город? Во-первых, у него хорошее месторасположение. Здесь много русскоговорящих. Здесь хорошее лето, теплое. Почему тебе нравится жить в Оттаве? Почему наш город особый? Ну, потому что у нас в Оттаве больше 200 хоккейных площадок и две команды – Senators и 67ers. Because it's still Algonquin territory. I think Ottawa will always be home no matter what. I like Ottawa because we have a population of Inuit, and we can learn from all these Inuit, and it's a very good city. I appreciate it a lot. Во время войны, в годы оккупации нацистами Голландии, приютила будущую королеву Юлиану, в честь чего датская семья подарила Оттаве 100 тысяч луковиц тюльпанов. И с тех пор в этом городе проходит ежегодный фестиваль «Изумительно красивое зрелище». Ottawa is a fantastic city. I've born and raised here, and it's a wonderful city to raise a family. It's a good environment for people and place to live and work. Thank you.
Приезжайте в Оттаву, стоит посетить.